Ко дню знаний с целью предотвращения террористических актов сотрудники полиции составили план по обеспечению порядка и провели в школах инструктаж с работниками на случай чрезвычайных происшествий. Всего на территории городского округа 81 образовательное учреждение. Местами выявлены нарушения. Отсутствие оборудования железобетонными подъездными барьерами. Это при защищенности антитеррористической. Отсутствие камер видеонаблюдений. Такое тоже имеется. Неисправленное голосовое оповещение. Но это было в одном образовательном учреждении, они уже этот недостаток устранили. Информация о выявленных недостатках направлена в администрацию и прокуратуру. Также истринская полиция выступила с предложением. В адрес руководителя администрации городского округа нами было направлено письмо с предложением о запрете продажи алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции, это пиво и напитков, изготовленных на его основе, на прилегающей территории образовательных учреждений. Особое внимание уделено иностранным и подозрительным гражданам. За 8 месяцев сотрудники провели 85 оперативно-профилактических мероприятий и составили 2154 административных протокола по линии миграции. Ежедневно проводится мониторинг территории Истринского района на предмет выявления иностранных граждан. Также еженедельно проводятся мероприятия по массовому скоплению иностранных граждан. Это бытовые городки, строительные площадки. В 20 образовательных учреждениях велись строительные работы. В настоящее время ремонт завершен, а все подрядные организации и работники проверены на наличие судимости. 1 сентября на праздничных мероприятиях дети будут под охраной 96 сотрудников полиции. Также будут задействованы сотрудники охраны. А накануне Дня знаний школы городского округа осматривают кинологи. Специальный репортаж о работе кинологической службы смотрите в нашем завтрашнем сюжете. Алена Кудырко, Максим Барышев, ИстрРФ.